Сядьте так, чтобы ваши руки и ноги не перекрещивались, и пусть ваша спина будет максимально ровной. Закройте глаза. Несколько раз глубоко вдохните и выдохните. Почувствуйте, что вы сидите ровно, что ваши руки и ноги не перекрещиваются, глаза закрыты. И пусть ваше внимание будет на дыхании. Это такой чистый и честный разговор с миром. Вы отдаете то, что вам не нужно, и вдыхаете то, в чем так нуждаетесь. И мир принимает с благодарностью то, что нужно ему, и отдает тебе то, что нужно тебе. Этот баланс, он всегда существует между нами и миром. И практика называется «Разговор с деньгами». Просто позвольте себе почувствовать, услышать, увидеть, осознать, как там, во внутреннем экране, в вашем внутреннем пространстве появилась дорожка из зеленого кирпича. И как когда-то Элли в «Стране чудес», теперь по этой дорожке идешь ты. Это твое внутреннее пространство. И мы сейчас идем в то место, где живут твои деньги. Посмотри, где-то должен быть указатель, где написано «твои деньги». И может быть вокруг тебе ничего не видно, но дорожка светится. И где-то посреди этой дорожки сейчас ты увидишь белую дверь. Она заперта. Войти в нее можешь только ты. Посмотри, у тебя на груди висит ключ. Открой эту дверь. Может быть, ты давно сюда не ходил или не ходила. Может быть, дверь заржавела? Входи. Входи в эту белую дверь и плотно закрой ее за собой. Еще немного, и сейчас ты встретишься со своими деньгами. Раз, два, три. Смотри, что ты видишь. Может быть, это море? А может, твои деньги – это звезды в космосе? А может быть, это прекрасная женщина или мешки с монетами золотыми? Я не знаю, а ты знаешь.
Как бы ни выглядели твои деньги, это твой ресурс, он только твой. И мир так устроен, что когда твой ресурс у тебя в доступе, ты просто доволен жизнью. Кто-то доволен миллионами, кто-то доволен небольшим количеством денег. Но ты будешь чувствовать себя удовлетворенным или удовлетворенной. Посмотри, что здесь не так? Может быть, мало света? Может быть, мешки засыпаны землей? Может быть, эти деньги никто не считал? Может быть, эта женщина одинокая и обижена на тебя? Посмотри, что там не так, и исправь. Просто чувствуй, что там давно тебя ждали. Вот такого, какой ты есть сейчас. Вот такую, какая ты есть сейчас. Расслабленную, довольную. Без злости, гнева, обид. Приди и похозяйничай здесь. Если это женщина или мужчина, спроси, может быть, их надо накормить, если у него дом. Может быть, к ним надо было прийти с дарами. Все в твоей силе. Наводи порядок в своем мире. А может быть, ты вообще не определилась или не определился, какие у тебя деньги, что там происходит. Все равно наводи порядок. Может быть, они вообще прячутся от тебя. Найди, но вначале наведи порядок. Побудь хозяином в этом месте. Если это уголок природы, пусть там будет много солнца, света, радуга. Может быть, там давно не было дождя. Может быть, там ветки, опавшие листья. Если это были мешки с деньгами, то почему они тут бесхозно стоят? Стань здесь хозяйкой или хозяином. Наведи там порядок, создай красоту. Накорми, напои, пересчитай, сложи. Подумай, куда ты все это будешь вкладывать, во что-то, что порадует тебя и принесет пользу другим. А сейчас, когда ты приложила или приложил усилия, позволь себе почувствовать, как этот мир начал сам трансформироваться, просто потому, что ты на него смотришь. Появилось много золотого света. Все вокруг
заполняется золотой энергией. В ней можно купаться, в этой золотой энергии. Твое тело тоже наполнилось этим золотым сиянием. Каждая клеточка впитала это. Каждая часть души, мозга. Это золотое сияние – энергия жизни. Чем больше в тебе жизненной энергии, тем больше к тебе притягиваются деньги. Просто скажи этой силе «да, да, да» и разреши ей напитать тебя целиком и полностью. Пусть твой третий глаз вибрирует от этой прекрасной энергии. Пусть твое тело, нижние чакры, срединные, верхние, все очистится и омоется этой золотой силой жизни. Это благодарность тебе за то, что ты позаботилась об этом пространстве или позаботился. Глаза, рот, нос, уши, горло, кожа, внутренние органы, все напитывается этой энергией жизни. В тебе нету никого, кто бы отказался от этого дара. Внутри тебя все хочет жить. А теперь тебе пора. Поблагодари свое внутреннее пространство и скажи самому себе и этому пространству, что я приду сюда. Я теперь знаю, что здесь у меня кладовая моих денег. Здесь живут мои ресурсы. Поблагодари и снова по дорожке из зеленого кирпича возвращайся. Открой белую дверь. Выйди и наглухо закрой ее снова, чтобы никто не мог добраться до твоих ресурсов. И снова по дорожке из зеленого кирпича иди сюда. Верни свое тело, ощути свои стопы, ладошки, шею. Ощути, какое у тебя замечательное настроение и поблагодари Бога, себя, мир, родителей. За то, что здесь и сейчас ты есть. За то, что ты пришла или пришел на этот вебинар и получил эту практику. За то, что так интересно и ярко жить. Здесь и сейчас. Вдохни поглубже воздух. И на выдохе откройте глаза. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.